Добрый день, дорогие зрители. Меня зовут Роман Клименко. Я сотрудник компании GTV Poland. Сегодня мы находимся в мастерской торговой марки Hoeger Technic. Я хотел бы познакомить вас с новым рядом прожекторов с аккумуляторами компании GTV. Это прожекторы Aledo и Onyx. Каждая из этих моделей представлена в двух мощностях, 10 и 20 Вт. Световая эффективность прожектора составляет 80 люменов с ватта, что является отличным показателем для аккумуляторного прожектора. Цветовая температура прожекторов – это 6400 кельвинов, что дает нам холодный белый свет. Так как вы уже успели заметить, прожекторы отличаются не только цветом, но и их формой. Если мы возьмем прожектор Onyx, мы видим, что его ручка служит подставкой. Мы можем эту подставку сделать так и переносить светильник. И, например, можем этот светильник подвесить на крючок. Благодаря этой подставке можем также светильник поставить в вертикальное положение. Если мы возьмем прожектор Aledo, мы увидим, что в нем есть специальный защитный элемент, каучуковый. И благодаря его ручке мы можем направлять освещение в любую удобную нам сторону и даже вверх. В комплекте идет, собственно, эта ручка, которую мы можем складывать и, не выключая освещение, ходить по нашему объекту и направлять его в необходимую нам сторону. Каждый из прожекторов может работать в трех разных режимах. Первый режим – это 100% яркости, второй – 50% яркости, и третий режим – это флэш. Дополнительные функции низкого энергопотребления оснащен прожектор Aledo 20 Вт. У него добавлена четвертая функция – 25% яркости. Что касается времени работы. При 100% яркости прожектор будет работать 3 часа. 50% яркости – 5 часов. При режиме флэш, либо в случае 20-ваттного прожектора Aledo, прожектор будет работать 10 часов. Все прожекторы, кроме Aledo 10 Вт, имеют особую функцию пауэрбанка. То есть благодаря прожектору мы можем заряжать наши гаджеты. В местах, где нет электроэнергии, это очень удобно. В комплекте к каждому прожектору идет USB-кабель, благодаря которому мы можем заряжать как наш прожектор, так и наши гаджеты. А к прожектору Aledo 20 Вт идет специальная зарядка с соединителем джек. Наши прожекторы могут работать в тяжелых условиях. Они имеют ударопрочный корпус, а также степень защиты IP54, что не дает воде проникнуть в светильник. Если вы хотите посмотреть, как мы их тестировали, пожалуйста, приглашаем в видео. Прожектор Aledo, прожектор Onyx.